Всем привет! Немножечко об ароматах. Давайте подробнее. Сейчас я вам расскажу и покажу. Долго думала, показывать, не показывать, но решила немножечко показать, чтобы было понятно, почему так у меня мало расходуется парфюмерии. Итак, как вы видите, слева два аромата. Слева направо первый аромат – это подделка. Но подделка более, скажем так, хорошего качества. И второй аромат – это оригинал. Кстати, также нужно отметить, что вторым ароматом пользуюсь не только я, но и мой муж. Не скажу, что мы на равных пользуемся, но вот в паре нам нравится. То есть, когда мы куда-то с ним идем, вечером мы используем его. Соответственно, из-за этого у меня уменьшается использование бюджетной парфюмерии, потому что аромат действительно стойкий. Что тут и говорить. Первый аромат, подделка, он держится часов 6-8. А вот второй можно, если волосы утром не мыть, то можно вообще не использовать аромат никакой в течение 2 дней. Ну, на то, наверное, и такая высокая цена. Также у меня еще один аромат есть, который я достаточно часто использую. Ну, может, я его тоже покажу, но все-таки, конечно же, акцентируюсь на бюджет. Давайте по бюджету. Тут у меня осталось не так много. Я рада, что у меня некоторые ароматы ушли, закончились. И давайте слева направо также. Первый аромат – это шаливар. Его я не стремлюсь ни закончить, ни использовать как можно чаще. На данный период времени вот такой вот у меня с ним, скажем так, с ним вот такой вот у меня контакт. Я его вроде бы заканчиваю, вроде бы не заканчиваю. Пока что меня все устраивает. Я его не использую, выходя из дома. Следующий аромат. Это Амбер Эликсир Кристалл. Все крышечки у меня на месте. Просто я их снимаю. Итак, что по аромату? Там где-то 1/3 уже осталось. Это тоже, не скажу, что много, не скажу, что мало, но это претендент. Претендент на выбывание из коллекции. Я считаю, что с этим ароматом я справлюсь. Далее. В таком же оттенке стекла подделка Versace, и там уже где-то примерно половина аромата. И этому я тоже очень рада, мне он нравится, но из-за того, что это, естественно, подделка, немножечко залипает дозатор. Хотя дозатор может залипать и в дорогом аромате, никто от этого не застрахован. Следующий аромат — Усо. Использую его для ароматизации помещения, ароматизации текстиля, шторы и так далее. Прям активненько так использую. И, наверное, 1/4 аромата осталось. Тоже очень сильно надеюсь, что в этом году я его выведу. Но на него я реально налегаю. Думаю, что это, да, будет действительно у меня пустышка. Все-таки нужно уже от него избавляться. Следующая подделка — Олимпия, мужская. Что-то там с Олимпом связано. У меня их две. Одна вот маленькая, другая большая. Очень красивые крышки. И тут у меня одна, наверное, треть израсходована. Или 1/4 часть флакончика. Его не тороплюсь использовать. Он у меня стоит возле макияжного столика на данный момент. Даже, можно сказать, на нем, в нем. И, ну, как вам сказать, я цели так как не ставлю сейчас его заканчивать, поэтому, наверное, он у меня и вот в таком вот состоянии. И следующий лак вот так вот переверну, ну, наверное, 1/4, 1/3 аромата закончилось. Скажу опять же честно. Вот, девочки, я не пойму, вот вообще не тянется рука. Хотя вроде бы вот эликсир, вот этот Амбер Эликсир, он тоже не в таком длинном флакончике, он тоже в таком каком-то приплюснутом, скажем так,
Ну вот этот аромат вообще, ну никак, я не пойму, почему, что происходит. Если хотя бы белой сиренью я пользовалась, она не подходила как бы по сезону. Как-то эти свежие цветы осенью, они немножечко казались не такими, вот везде завидают листва, цветы убирают, а тут я такими свежими какими-то ароматами. Если брать его с собой в жарком климате, тоже это сирень, как бы это более такой цветок, не знаю, ну, не очень, скажем так, актуальный, может быть, где-то далеко от страны. Я не понимаю, вот с этим что не так? Почему у меня не тянется рука? Сейчас у меня в моей корзинке, сейчас я вам соберу, покажу. Девочки, вот так вот все выглядит. Четыре всего лишь аромата. Четыре. Из этих четырех ароматов один аромат подделка, которым я пользуюсь, ну, только дома. Вот знаете, когда хочется чего-то, и ты не знаешь чего, и вот вроде бы ты что-то там нанес, и вроде бы как бы и ничего больше не надо. Вот какое-то такое с ним у меня отношение. Амбер эликсир, да, пользуюсь им, ну, не каждый день. Но даже, знаете, чаще им пользуюсь, чтобы вот не пользоваться Avon Luck. Я вот даже боюсь, когда у меня Амбер эликсир закончится, я, наверное, лак не смогу использовать, мне придется добавлять что-то. Я попробую, конечно, им одним пользоваться. Вот опять же, Уса у меня только для ароматизации. Да, я вот сейчас вам показала более дорогие парфюмы, ну, с подделкой в тандеме. Но ими я пользуюсь не так часто. Также у меня с вами, помним, аромат один из люксовых, но им я пользуюсь тоже не так часто. То есть, если мне нужно выйти в магазин недалеко, или мы хотим просто сходить в кино. Я в кино не люблю удушающими ароматами, вот люксовыми в том числе пользоваться, потому что ты не знаешь, будут ли у тебя соседи или нет, хоть ты там на диванчике, хоть и далеко, но все же хочется как-то, ну, не мешать другим людям. И получается, у меня всего лишь в ходу сейчас два аромата, ну, такие вот, знаете, я вот подбираю слова, чтобы ко мне не придирались, просто два аромата, которые у меня в обиходе на постоянной основе, чтобы выйти, не, там, прогуляться, сходить в магазин, забрать какую-то посылку, просто сходить в пункт выдачи какой-то. То есть вот всего лишь два аромата, и один из них совершенно не пользуется популярностью. Я буквально себя заставляю им пользоваться, я буквально беру его и думаю, ну попробуй сейчас. И я не понимаю, у меня нет отторжения от него, у меня нет какой-то неприязни, я не чувствую в нем неприятную ноту. Я ощущаю этот аромат в том же самом, ну, так же вот ощущаю. Я вот просто реально сейчас не понимаю, что не так. И почему он у меня вообще никак не идет. Наверное, вот Амбер эликсир я закончу, когда я уже так подозреваю, что он раньше уйдет, естественно. И попробую вот этим лаком пользоваться. Но все равно, наверное, придется поставить какой-то аромат, чтобы не насиловать себя и не говорить себе, что вот давай, давай, пользуйся этим. Нужно, наверное, себе дать какой-то все же выбор, себе как-то помочь, скажем так. Очень это сложно. Для меня сейчас это очень сложно. Я вот сейчас даже сижу, я нанесла на бумажечку, я не пойму. Вот. И у меня еще в запасе есть вот это самое, наверное, сложное из этого всего. Вот то, что у меня белая сирень в запасе и вот этот аромат в запасе. И их у меня было, по-моему, даже три или четыре. То есть когда-то он меня чем-то зацепил, а сейчас он не пойми, чем вообще меня отталкивает. А так что такой у меня парфюмерный отчет. Больше, чем полмесяца прошло. Результаты, как вы уже видите, есть. Пустышки есть. Я уже отобрала на следующий месяц потенциальных претендентов в эту коробочку. Я надеюсь, что все-таки Уса у меня уйдет.
Амбер эликсир тоже уйдет, может быть, Версач подделочка тоже уйдет, у меня получится очень-очень много места. Может быть, лак я поставлю вот за место шалилара, но у меня еще один шалилар есть, и мне не хочется, если честно, оставлять что-то от новой зари на потом, потому что мне хочется ее вывести уже, все-таки не такая у нее хорошая стойкость по сравнению с другими ароматами, и как-то про нее уже забыть, а не так, что у меня там один аромат останется, и я потом боюсь, что смогу сорваться каким-то образом и пойти просто и накупить новой зари. За собой знаю такие нюансы, поэтому лучше я, наверное, сделаю так, чтобы это избежать наверняка. Такой отчет, такие мысли хотелось с вами поделиться, потому что, может быть, тоже у кого-то есть такая проблема именно с этим ароматом. Может, я просто сейчас им пользуюсь, а сейчас не его время года, хотя он у меня-то в проекте, скажем так, давно, ну, в плане, я его-то брала, пыталась, но что-то вот не то. Может, стоит действительно оставить его одного, ну, взять какой-то, но поставить его не в коробку, а, знаете, куда-то там подальше, чтобы чуть-чуть пришлось тянуться за ним. Посмотрим, подумаю. Тут мне нужно подумать действительно над этим. И вообще хотелось бы вот эту уже бюджетную эйвоновскую парфюмерию тоже скорее вывести и постараться туда больше сильно не окунаться. Если уже покупать один парфюм, вот оставлять его там же на работе, где я приобрела, и там его выливать на себя, не тащить это домой. Кстати, была удивлена очень сильно. Магнит Косметик представлена парфюмерия Avon. Теперь можно вообще не заказывать пробники, просто приходить, пробовать аромат и все на этом, даже сравнивать. Очень удобно. Цены, конечно, не бюджетные совершенно, я не знаю, почему так сильно все высоко оцениваться стало. Не бюджетные, естественно, но можно какие-то новинки, даже те ароматы, про которые забыл, восстановить в своей памяти, так сказать. Incandescence понюхала, приятно было. Давно у меня не было такого аромата, ну, возможно, вот в таких моментах и не захочется повторять. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока.